Вот так они пахнут. Он вообще... Баран как разговаривал? Давай, по баране поговорим. Давай, давай, давай. Он такой говорит. А он такой. Ты представляешь, что это сейчас будет? Он обязательными пальцами, вот этими. Вот этими, да. А эти сверни ему дай. Эти сверни. Готовчинка! Готовчинка! Не похоже, что ли, на нашу ванну? Вот не похоже. Да что ты сказал? А почему ты его не расспросила, пока с ними ехала 3 часа? Да как я его расспрошу? Я была в мешке. Ты почему тебя не веди куда-то? Прекратись орать! Что там? Давай доказать, что? Есть у тебя что-то? Ну так а что ты там? Нихера себе. Лия, он ее душит. Это что за херня-то, ну? У меня нет документов. Где документы? Предоставьте нам их! Ну серьезно, где документы? Ставил, и ты бы увидела, что документы есть, что наследство на самом деле настоящее! Убери ее от меня! Давай, ты бы увидела! Опять звук! Ложись! Я не понимаю, это реально она говорит о том, что Лии нет? Это реально, что она может убить? Подворачивай! На! Подворачивай сильней! Не кричи! Выше подворачивай! Не кричи! Вот у кого полный порядок! Да прекратите! Это вылитый Никита Дыркин! Это Никитос Дыркин! Тихо! Газ! 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 Да, быстро, быстро, иди сюда! Садись, дурак, садись! Дури, дуримашка! Вот этих вонючих баранов? Да, это не вонюч. Вот, идите один человек. Ладно, пойдем. Давай, давай. Чу. Слушай, это было круто. Офиг вам, а не баран, смотри. Мы поймали барана. Дырчила погремуха, но дуев у него. А при чем здесь Никитос Дыркин? Если так, она пусть она сейчас на Лию привезет. Она Макса привела, она меня привела. Она Лию привела, она Макса привела. Она меня привела, она Лию привела. Отойди сюда, отойди! Лия, моя хорошая. Лия.